коллективе космонавтики, по разным информационным каналам, поэтому еще раз поздравляю всех с Днем космонавтики, военных, имеет к этому очень большое участие, поскольку у нас факультет ракетостроения был первым созданным в Советском Союзе. И замечательно, что вот розовый зал, да, где вы сейчас все находитесь, знаете ли вы все или нет, это был центр общественной жизни военмеха. В советское время здесь заседал комитет комсомола, вот он был в здании в помещении финансового управления. Секретарем комитета комсомола у нас работал Нарышкин Сергей Евгеньевич, Игорь Максимцев, ректор ФИНЭКа. Я там в комитете работал замполком. То есть был таким местом, где студенты встречались постоянно, общались, занимались общественной работой, и откуда исходила наша энергетика – быть успешными, быть лучшими. Музыка тоже имеет большое значение в военмехе. В военмехе есть несколько наших выпускников, правда, я их давно не видел, но они живы-здоровы, работают, они пишут энциклопедию русского рока. И вот они говорят, что первый рок-ансамбль, «Аргонавты», это в интернете есть информация, он был создан именно в военмехе, среди студентов военмеха. Вторая группа, там «Зеленые муравьи» у нас была создана, сейчас все это ушло в историю, это были 70-е годы, но это был период, когда все прекрасно понимали, ну и сейчас мы снова находимся примерно на таких позициях, что успешная карьера – это не только обучение, но и развитие разностороннее. Хотя, завершая свое выступление, хочу сказать, что вот и в годы моей молодости, когда тут процветал комсомол и общественная работа, да и в общем-то и сейчас, все-таки вот общественная работа, особенно в то время, никогда никто ей не занимался, если студенты были не успевающими. Вот успевание все-таки образование считалось первым. За это всегда наказывали, разбирали. Вот все группы, все, значит, музыкальные фестивали, вся общественная жизнь. Она уже была при условии полной успеваемости, поэтому как бы вы не развивались, в вуз вы пришли учиться, учитесь. Поэтому все остальное, оно дополнительное, но без остального тоже развития нет. Значит, поздравляю с Днем космонавтики, желаю всех успехов. И думаю, что наша рок-группа продолжит традиции наших музыкальных вечеров в военмехе. Спасибо.